В Ожгольском отделении связи Куменского района Кировской области 6 почтальонов. Каждое утро собираются они к приходу из райцентра машины с корреспонденцией. Разборка, укладка и в путь. В любую погоду, даже в самые сильные морозы, каких немало было этой зимой. Тут уж особенно, кстати, чашка крепкого горячего чая. Участки у всех немалые. Нина Михайловна Клюкина обслуживает центральную усадьбу колхоза и родную деревню Ключи. Наверное, настанет время, когда в самых удаленных уголках сверхсовременная техника связи будет делом обычным. А пока... В тех же Ключах осталось 12 семей, в основном старики. Можно понять, как ждут они писем от детей, что разъехались по городам, как ждут своего почтальона Нину Михайловну. Она и хлеба по пути прихватит, и другие мелкие поручения выполнит. Есть в домах радио, телевизоры, но почта — это другое. Живая связь, общение, которое ничто не заменит.